Свои поздравления по случаю 60-летия казахского телевидения шлют коллеги из национальной телерадиокомпании Узбекистана. В интервью журналистам нашего канала глава отдела международных отношений Наргизан Уманова особо отметила развитую медиаиндустрию Казахстана среди стран Центральной Азии. Тесная связь, обмен и передача информации в век технологического прогресса – один из главных аспектов успешного сотрудничества, считает специалист. Современное телевидение Казахстана представляет собой крупнейшую медиаиндустрию с огромными технологическими возможностями, множеством ведущих современных телеканалов, как кабельного, так и спутниковещания, а также ведущих радиостанций, основанных на последних достижениях техники. Пользуясь случаем, от имени национальной телерадиокомпании Узбекистана позвольте искренне поздравить казахстанских коллег со знаменательным праздником 60-летием создания телевидения в Казахстане и пожелать крепкого здоровья, удачи и больших профессиональных успехов.